понедельник будет ограничено движение по железнодорожному мосту Архангельска. Запрет действует с 18 часов 22 марта и продлится до 5 утра 23 марта. Автополотно ЖД моста будет полностью перекрыто для проезда машин. Пешеходная часть при этом останется открытой. Причиной становятся работы, которые проводит Северная железная дорога. Капитальный ремонт ранее уже вносил коррективы. Как и прежде, движение всех видов транспорта в этот период времени возможно лишь по Краснофлотскому мосту. Информацию о работе автобусных маршрутов можно уточнять в центральной диспетчерской службе по телефону 29 39 96. Режим работы с 7 утра до полуночи.